Юля? Да. Слушаю вас, Юля. Очень в чем ваш рада вопрос? Вас видеть, слышать, Артем Олегович. У меня такой вопрос. У меня двое детей, прекрасных, любимых и замечательных, от разных мужей. И ни с одним из них я не живу. И что? Я не живу. Это... Ну, хотелось бы иметь все-таки любовь. Что для этого надо, чтобы иметь любовь? Ну, повстречать человека мне подходящего. Угу. Ну, так вы повстречали двух. Они вам как-то подходили. Вы даже детей родили. И что? Ну, мне казалось, что они подходили вначале. Так, а потом что произошло? А потом я одевала на себя мужскую роль. Какую? Как это выглядит? Расскажите поподробнее. Ну, обеспечивала. То есть, когда появился мужчина, вы начинали его обеспечивать? А если его нет, меня... Он так, успокаивался, переставал вообще что-либо делать. Ну, то есть, сидел дома, да, это... Да. Отдыхал. Он был еще более или менее, а со вторым прямо конкретно меня в эту точку ударил. Угу. Ну, расскажите по факту, как было. Вот вы второй раз вышли замуж, там про первого, ладно, не будем рассказывать. Как, что было на старте и что стало происходить потом и через какое время? На старте была дикая влюбленность, это моя первая любовь, мы 18 лет. Это вы про первого рассказываете? Это про второго. Про второго? Угу. Ага. А первый когда был, до дикой влюбленности? Ну как, был первый брак, да? Так. А второй раз я вышла замуж за того человека, с которым я встречалась в детстве. Ну, 18 лет. А, понятно, детскую любовь встретили. Да, так. Да, угу. Да. И, короче, вначале прям меня все это крутило. Он стал очень хорошо относиться к ребенку, к моему. Мы стали вместе. Ну, у него были трудности сразу с работой. Вот. Я думала, что мы все сделаем. Что у меня второй раз так не может быть. И стало вообще прям конкретно, ярко прямо видно и понятно, что происходит что-то не то. И он прям, либо он сам по себе такой, либо он со мной таким стал. Он стал выпивать, то надо было мне выпивать, когда я ему говорила о том, что мне это не нравится, и выказывала свое недовольство этим. Он говорил, я буду пить тебе на зло. И... Ну вот когда это началось? Любовь вот была, и я очень долго как бы ну тянула. Можно было бы и остановиться прям в самом начале, когда я стала понимать. В ЗАГСе? Тянула. Ну мы до ЗАГСа 2 года прожили. И да. Ребенка я родила, он очень сильно его просил, мальчика просил. Вот. И я думала, что он изменится. Ну через какое время? Сейчас год. Ага, через какое время проблемы начались? Ну, они начались сразу, а я, наверное, закрывала и все. Ну, с первого дня, что ли, да? Вот у меня, о, все, я бросила работу, я там хочу с тобой жить. Так или как? Я бросила работу. Нет, он говорит, я бросила работу, теперь я с тобой живу. А, нет, я его, ну да, да, вы правы. Угу. Да, у него была какая-никакая работа, он мне говорил, что он там мучается, что ему тяжело, что... Ну, как бы душевно у него, как бы тяжесть, не может, ему нужно что-то другое. И я ему сказала, ну, уходи оттуда, уходи. Так. Жить. Так. И что вы стали для него делать? Машину ему купили, да? Что да, еще? Да, да. Ага. А что еще стали делать? Что еще? Ну, все, одежду покупать, еду. А, сигареты, алкоголь, да? Сигареты, алкоголь. Алкоголь. А на отдых отправляли его? Одного? Нет. С другами, с дружками. С собой. А, с собой. Как ему это было, когда за ваш счет вы едете отдыхать? Ну, он сказал, ты меня заставил. Заставил. То есть насилие было, да, на море, наверное, над ним. Ну, другательство, да? Да. Ага. Куда вы успели покататься за там 2 года совместной жизни? Сочи. В Сочи. То есть его там насиловали в Сочи, да? Да. Так, и когда пьянка-то началась? Через какое время? Он как бы вышел из таких болезненных отношений и сразу ко мне. И как бы, ну, типа, выпивал, ну,
чтобы вот снять стресс после того брака. Вот, а потом как бы начал, ну, типа, пить из-за меня. Говорил так, я пью из-за тебя. Ну, фасад поменялся, а суть проблемы осталась одна и та же. Да. Недовольство собой. Так, и через когда вы поставили точку в этих отношениях? Ребенку было 2 месяца, и, ну, как бы мы ругались всегда очень много, как бы, ну, прям такой союз был очень. Вот, и, как бы, ну, он возвращался всегда. А когда ребенку 2 месяца случилось, мы поругались, и он ушел, стал говорить, что это не его ребенок. Хотя он, ну, его копия. Вот. Ну, то есть он, наверное, думал, что он меня сломает, и я, ну, сама начну там возвращаться. А машину когда вы его купили? Я не сделала. Ну, вот на ней он и уехал. Я машину купила. Я 3 купила, вот, по очереди. 3. Это большое вложение мужчина, так. Да. Да. Ну, как бы это все было для семьи, чтобы он меня возил, потому что у меня что не стало. Так, и как вам сейчас живется одной? Я счастлива. Так, может, вам не надо ни с кем жить? Потому что я не испытываю вот того, что я испытывала. Вы знаете, я хочу легкости. Я хочу легкости. И хочу иметь плечо рядом. И хочется быть женщиной. А не кем? Ну, не мужиком. Я всегда прям вот с одним и с другим я, ну, понимала то, что если я не сделаю, если я об этом не подумаю, то ничего не будет. Я боролась за квартиры, зарабатывала на квартиру, на одну. А чем вы занимаетесь? Что у вас за работа? Что за деятельность? Я директор сетевого магазина. Так. Окей, хорошо. Итак, хочется, Юля, эту модель просто поменять, правильно, да? Да. Чтобы вы не выбирали себе потребителей отношений, где мужчина воспринимает вас как за все решающего человека, да, и может ничего не делать, паразитировать. Я приходила к тому, что я, может быть, покупала, ну, любовь покупала. У меня папа с мамой расстались, мне было, ну, наверное, 6 лет. А дед пил все время. Я вот жила с мамой, с бабушкой и с дедом пьющим очень. Очень пьющим. С таким, который на коленках приползал домой. А папа с мамой расстались, и у них, ну, началась другая семья, и у них там все было хорошо. Такая жена у него новая, молодая, красивая, ребенок родился. Они ее к себе в гости брали. И я вот как бы, ну, мама работала, и времени на меня ей мало. Мне, типа, может сказать, что я никому не нужна. Я хотела сейчас, и отцу сейчас, быть нужна. Вот. И я поняла, что и там мне не нужна. Хотя они меня брали по инициативе его новой жены. Они меня брали к себе. Ну, насколько-то, как часто это было, и на сколько времени вас брали? И как у мамы личная жизнь сложилась? А вот как-то она все время встречалась с кем-то, встречалась с одним мужчиной, тоже он пил. Мужчина. А сейчас она 15 лет встречается с мужчиной. Он в соседнем доме живет с мамой. И моя мама живет с мамой. И вот они просто дружат. Ну, то есть вы как по маминому сценарию идете, да? Я пахарь, мне надо выживать. Мне некогда на себя. И у вас это хорошо получается. Мамино предписание выполнить. Ну, то есть, опять, не молчаливое, да? То есть, родители своим примером показывают, как надо жить в этом мире. И ребенок это усваивает, потому что в этой стратегии можно выжить. И вы умом этого не хотите, а чувствами все делаете то же самое. Только если есть возможность больше заработать и купить еще отношения. А со мной могут быть только несчастные, бедные алкоголики, которых там мама воспитывает и которые там угождают. Так, да? Ну, как расставание родителей произошло? И после чего это возникло? Ну, как бы,
Мама говорит, что он стал, ну, как бы тяжелые отношения были, тоже они ругались. Так. Что он стал, ну, типа, другой женщиной, ну, что ли, попробовал, потом вернулся. И они попробовали еще раз, и стало еще хуже, и как бы все это быстро-быстро. Вы одна у них, да? Да. У них одна. Ну, я у них одна, да. Мама? А у него я третья. Да. У меня первая из трех. И это я понял. Ну вот, когда родители свои семейные отношения строили, сколько им было лет, и на чем они это делали? Ну, то есть, ну... Со школы. Ага. Со школьной скамьи. Ну, а чье было решение создать семью? Мамин или папин? Ну, папа за ней бегал. Да. И через сколько ему это надоело бегать, и ну, когда ему семейная жизнь перестала нравиться? Сколько ему лет было, когда они расстались? Ну, вот что я могу сейчас сказать вот из всего этого, то, что моя мама такая, она зубастая, вот так вот сказать, да? А она, вторая его жена, из которой они живут, она очень мягкая, покладистая, послушная, и у папы такой характер. И она все это терпит, и вот они вместе. А мама не терпела? Ну, себе позволить, например, оскорбить там или кого-то. Вот, и у меня такое иногда бывает. Я чувствую, что мне сложно с людьми сейчас прям, ну, с очень многими, да даже со своим со своей старшей дочерью. Меня раздражает человек, если, ну, чем? У меня в голове есть свое представление, да, ситуация. Если человек, ну, другому себя ведет или как-то не вписывается в мои рамки, мне это очень раздражает. Ну, соответственно, с чужим человеком, да, с далеким ты будешь так себя вести грубо, а вот, например, с дочерью я грубо. Отрываюсь. Сильно. Да, раньше с мамой и с бабушкой тоже могла себе позволить так себя вести. Юля, а какой вы управленец? Такой? Вот какой вы управленец? Как вы? Строго или демократично? Так, для показа. Могу. Ну, ты, если поймаю на воровстве или еще на чем-нибудь, сразу виселица? Волю, да. Волю, да, легко. Нет, ну, волю во спасение, как бы, коллектива. И... А, то есть, чтобы повесить надо, если вдруг сделал не то. Ну, уволить имеется в виду. То есть, не будете прощать человека, ну, вникать в проблемы, жалеть его, да, если человек своровал, то значит... Нет, буду. Боюсь, да. Буду. Ага. Да. Буду разбираться, узнавать. А если, ну, прям человек понимает, что такое надо, то... Хорошо, хорошо, Инна. Вернемся к эпизоду, который был недавно, да, со вторым вашим мужем. Он же первая любовь. Он же прототип мамы с папой, когда они были школьниками. Ну, сразу же на фактом говорю, да? И вот он мучается от того, что он на какой-то работе работает. У него были очень проблематичные отношения с кем-то еще, из которых он только вышел. И вот я его встречаю. И говорю, да расслабься ты. Я все решу. Тебе будет хорошо. Будешь моим водителем какое-то время. Не, ну я так не говорила. Я говорила, что нужно. Не, я говорил, я вот я чувствую. Я молча это сказала, да? Да, конечно, да. Но сценарий-то такой. Вы соглашались с этим, значит, вы это, ну, как бы это допускали и, ну, говорили это, я имею в виду эмоционально, да? Ничего не делали. Я боролась, это была борьба очень сильная, я ругалась. Кого с кем? Нужна работа, нужно двигаться, нужно что-то делать, давай это попробуй, давай это попробуй. Но у него образования нет, как бы, ну, ему было очень сложно, не опыта. Ну, он врал много, там, я буду таксовать, купи машину, я буду таксовать. Короче, так. Я покупаю машину, да. А он сидит дома, да? Или уезжает на машине, где-то там тусуется, вечером приходит, ничего не заработал. Да. Потратил на бензин и еще на что-то. Как ощущение? Вот он это делает. Я его побуждаю, говорю, иди работай. Он меня обманывает. Как я чувствую? Мне печет в горле. Потому что, Юль, даже если вот мужчин-то сейчас нет, но вы все равно работаете, вы все равно впахиваете, вы все равно там руководите коллективом, правильно? Ничего же не произошло. Нет, я сейчас в декрете, ребенок. А, в декрете. А, в этом плане. Ну, то есть, если бы декрета не было, вы все равно пошли бы работать. Да. Вас ждут на работе? Возможно.
Ну, как вы думаете, вы там ценный сотрудник? Возможно. Угу. Ну, то есть... Я сейчас так отвечаю, потому что я уже, собралась поменять это. Ну, хорошо. Надеюсь, что-то другое, но тоже достаточно эффективно, чтобы вы свое время тратили, да, рабочие? Логично же. Вы же не пойдете работать на зарплату в 10 раз меньше, чем у вас было до этого. Кто его знает? Я хочу теперь работать и быть счастливой на работе. Вы знаете, в состоянии счастья, да, я понимаю, в состоянии счастья можно зарабатывать еще больше, чем ты зарабатывал в состоянии счастья. Да. Ну, на самом деле, ну, это же логично, да, поэтому неважно. Но падать в рейтинге в плане финансового, да, типа, дауншифтинг такой делать, это не всегда правильный вариант. Итак, вспоминаем эти чувства. Вот он говорит, я пойду таксовать, вечером приезжает, никаких денег, а может быть и приехал поздно ночью, непонятно где шлялся, там пробег на машине увеличился и говорит, что денег нет. Как ощущение? Что и чувствует на это? У меня злость давит в горле. В горле давит, да? Сейчас еще раз, сколько полных лет, Юль? 34 года. 34, да? И вот сосредоточьтесь на этом ощущении. Мы пойдем в прошлое посмотрим. Скажите себе, мне 30 лет, как это ощущение? Мне 30 лет. Как это ощущение? Да, в горле что-то есть. Ну, 20. Мне 20 лет. Да, в горле что-то есть. Мне 10 лет. Мне 10 лет. Мне 10 лет, да. Да. Мне 1 год. Мне 1 год. Да. Мне 1 месяц в животе у мамы. Мне 1 месяц в животе у мамы. Да, это и есть. Мне 1 день в животе у мамы. Мне 1 день в животе у мамы. Да, и есть. Чье это чувство? Мамина или папина? Чье это чувство? Мамина или папина? Скорее всего, папина. Папу как зовут? Сергей. И сколько было Сергею лет, когда вы родились? 23 или 24. Я папа Сергей, мне 23 года. Как ощущение? Я папа Сергей, мне 23 года. Этого нет. То есть это не ощущение? Ну вот этого нет. Так, маму как зовут? Марина. Ну они ровесники, да? Ну отец на год. Я мама Марина, мне 22 года, как ощущение? Я мама Марина, мне 22 года. Ну, как будто такие легкие отголоски есть. Отголоски есть. Сколько процентов осталось примерно? Ну, я думаю, не больше 20. Не больше 20. Я мама Марина, мне 20 лет, как ощущение? Я мама Марина, мне 20 лет. Угу, как ощущение? Немного. Мне 15. Я Марина, мне 15. Я мама Марина, мне 15. Мне 15 лет. Сейчас почему-то наоборот сильнее. Я Марина, мне 10. Я Марина, мне 10 лет. Нету?
Я Марина, мне 12. Я мама Марина, мне 12 лет. Я мама Марина, мне 12 лет. Есть. 11 лет. Я мама Марина, мне 11 лет. Угу. Я Марина, мне 10 лет. Я мама Марина, мне 10 лет. Такое, как бабочка упорхнула. Ну, такое. Упорхнула. Вопрос, что у мамы Марина произошло в 11 лет, связанное с этим мужчиной? У тебя, Марина, мне 11, что-то в моей жизни происходит, связанное с этим мужчиной. Я, Марина, мне 11, что? Мне кажется, что, может, уже подключается фантазия моя, но мне кажется, что дед бьет, ну вот отец ее бьет. Бьет. А мама рассказывала об этом? Ну, она могла рассказывать, ну, примерно сказать, что я балую там дочку свою, что типа вот бьет дед, прям и ситуацию некоторые описывала. Да, а сейчас мне почему-то стало казаться, то, что именно тогда это произошло. Тогда это произошло. Вот то, что я вижу, как он ее бьет? Он пьяный в этот момент? Ну, очень злой. Очень злой. Итак, я мама Марина, мне один день, я в животе у своей мамы. Я мама Марина, мне один день, я в животе у своей мамы. Как там мужчина? Хорошо. В этот момент мне приходит Бог и говорит: дорогая Марина, в твоей жизни получится так, что ты будешь расти, твой отец будет очень злым человеком. И в 11 лет он сильно тебя изобьет, несправедливо и не по существу. И тебе будет от этого больно. Но все это для любви, для радости и счастья. Это для того, чтобы ты себя чувствовал всегда в полной безопасности при любой ситуации. Это для того, чтобы ты любила своего папу таким, какой он есть. И это для того, чтобы ты чувствовал себя в этом мире счастливой, уверенной в себе женщиной, которая легко и просто формирует гармоничные, счастливые взаимоотношения и получает от этого огромное удовольствие. Это для того, чтобы этот дар безусловной любви передался всем твоим потомкам, и это чувство стало бы руководить их поведением, мироощущением и поступками в их жизни, доставляя им огромное удовольствие, чувство радости и наслаждения. Как состояние? Хорошее. Что я чувствую? Ну, прям какая-то такая легкая эйфория. Ну, эйфория. Спокойствие и эйфория. Так. Возвращаемся в последний эпизод. Муж приезжает на такси, ничего не делал. Вернее, на нашем автомобиле, за который я заплатил. И он меня обманывает. Как ощущение? Ну, мозгами... Что в теле чувствуешь? Ерунда, думаю, вот ерунда. А вот в горле... Вот что в горле происходит, какое ощущение сейчас? Ну, такое, как будто там вот бабочка порхает, там сильно-сильно. Бабочки порхают. Приятное ощущение? Нет, наоборот, вот как будто там припыхает что-то. Припыхает что-то. А, это такое же слабее. То есть, то, слабее, то, что было, ну, до этого, Мы сейчас еще тогда кое-что сделаем, чтобы вы прочувствовали это. А вы с этим дедом жили, да? С папиным? Ой, с маминым, блин, да? Ага, отлично. Итак, скажите себе, мне один день, я в животе у своей мамы. Я Юля, мне один. Да, я в животе у своей мамы. В этот момент ко мне приходит сам Бог и говорит: дорогая Юля, если в твоей жизни получится так, что родители твои расстанутся, будучи, ну, со школьной скамьи вместе, потому что папа начнет интересоваться другими женщинами, а мама не поймет, как с ним наладить отношения. То все это для любви, для радости и счастья. Это для того, чтобы ты себя чувствовал, что ты легко и просто построишь счастливые гармоничные семейные отношения и получишь от этого удовольствие. И если в твоей жизни получится так, что ты будешь видеть пример дисгармоничных отношений в лице своего деда, который будет бухать и будет очень агрессивным человеком, и ты никогда не будешь понимать, придет ли он трезвый, будет ли он тебе угрожать, или будет как-то угрожать бабушке или маме, то это для того, чтобы ты ощущал, что семья – это то место, где тебе комфортно, счастливо, и где ты себя чувствуешь в полной безопасности.
И это для того, чтобы семья у тебя всегда стиралась чувством безусловной любви, где состояние счастья рождается просто так и без всякой причины. Это там, где ты себя чувствуешь под защитой, и чувство безусловной любви будет развивать твои отношения просто так и без всякой причины. Как с Таней? Хорошо. Я сейчас объясню, чтобы вы понимали. Когда предок получает мощную психотравму, агрессивный родственник – это психотравма. Ну, то есть дед агрессивный, который сбивает мать – это психотравма. Тогда у мамы в подсознании семья ассоциируется с тем, что ее должны наказывать, что ее должны все время унижать морально. И потом эта ситуация снова и снова повторяется в разных масках и лицах. Понимаете, да? Вы ищете, вы лично, да, как наследница своей мамы, ищете успокоение в семейной жизни, но вот там, внутри, в душе, у вас был опыт ассоциирован с тем, что семья – это там, где унижают, там, где есть проблемы и страдания. И поэтому подсознательно вы пытались соединить эту травму со своей реальностью. Выбирали бедных, несчастных, обиженных мужчин, у которых все плохо в душевной жизни, которые, как ваш дедушка, наполнены агрессией к себе и к миру. Понятно? Для того, чтобы эту травму изжить, осознать ее. Как преступника все время тянет на место преступления, как человека, пережившего ужас войны, все время на войну тянет. Он все время хочет снова и снова окунуться вот в те переживания, которые для него имеют остроту. Хотя умом вы этого не хотите. Но именно эти эмоции в подсознании были ассоциированы с тем, что вот это и есть реальная семейная жизнь. Где тебе угрожают, обманывают, и вот всякие вещи происходят. Только вы это еще немножко скомпенсировали тем, что я могу их удержать деньгами. Но при этом надо мучиться, потому что вот эта угроза, она исходит. Но деньги позволяют ее немного ретушировать. Понятно, да? То есть вы как это, солдат стали выживать в этих условиях за счет финансов. Но поскольку это была одна из самых мощных эмоций, которая у вас ассоциировалась с семьей, то она вами манипулировала. Мы сейчас это отработали, я вам это на пальцах рассказал, какой принцип в построении семейно-родового сценария существует, чтобы вы это поняли, чтобы вы это осознали и вышли из-под его власти. Что это к вам не имеет никакого отношения. И не надо искать там какой-то надежности и так далее, опоры в чем-то. Надо открыться любви, и тогда надежность и опора и взаимопонимание автоматически начнут появляться. Просто задавайте себе вопрос, что мною руководит, когда я создаю те или иные отношения. Чувство жалости, замаскированное в эйфорию, как это было с мужем, или это все-таки любовь? Потому что я так понимаю, что ваш второй муж, который школьная любовь, был некий маминый, вот прообразом маминых отношений с папой, когда она, будучи в платоническом чувстве, но придумывала себе, что жизнь ее теперь прекрасно и удивительно будет, но этой сказке не суждено было развиться. Что эта эйфория была короткой. И вы точно так же стали фантазировать. Понимаете, в своей жизни? И вас туда тянуло, потому что в вашем подсознании у мамы этот опыт был. Он понятен, и он всегда был ассоциирован с этим. И вы пытались его реализовать. Вам казалось, что это классно. Но вместе с этим там была примесь других чувств. Понятно, о чем я говорю? Угу. Поэтому, чтобы не ошибиться, надо ощущать и осознавать то, что вы ощущаете. Многие люди не осознают своих чувств. Они даже не задают себе вопрос, а что я чувствую на самом деле в данный момент времени, через полчаса, через час, завтра или год назад, люди не осознают своих чувств, а именно они управляют событиями, поведением, здоровьем и всем тем, что с человеком происходит. Именно они разворачивают семейно-родовой сценарий. И большинство людей проблема в том, что они не осознают этого, и поэтому они не управляют своей судьбой. А судьба как-то проистекает по закону кармы там или там, если хоть немного человек разбирается хотя бы кармическими процессами мыслить. А если не разбирается совсем, то для него это, блин, меня Бог наказал. Хотя это все математика. Это все математика. Если тут что-то прибыло, туда где-то убыло. Понимаете, здесь что-то добавили, кто-то эмоцию какую-то пережил, вы это видели, это подсознание запрограммировалось, вы под впечатлением. И вас туда тянет, потому что это сильная эмоция. И вы зависаете на этом опыте, и все время в этом гипнозе живете.
Понятно, о чем я говорю? Да. О, поэтому я вот сейчас думаю о новом курсе, который они уже там пару анонсов сделал. Я новый буду делать курс, он глобальный, там, длительный курс менторинга, где я буду эти вещи показывать, что люди учились бы осознавать свои эмоции, разбираться в них, и как следствие появилась бы возможность выстроить ту жизнь, которую тебе хочется. В здоровье, в личном плане, в бизнесе, в духовном развитии. Это все взаимосвязано. Но если ты не осознаешь свой внутренний мир, если ты не осознаешь, что ты чувствуешь, и не осознаешь своего духовного потенциала, то ты робот. Понимаете, в чем дело? Угу. Вот это важно. Поэтому мы с вами сегодня приоткрыли дверь в этот ваш внутренний мир. Вы им охотно поделились, и многие люди, кто вот был в этой сессии, многое для себя понял и почувствовал на вашем примере, как это происходит. Понятно, Юна? Как самочувствие? Нехорошо, спокойно. Вот, прекрасно. Ну и также хорошо всем тем, кто на вас сейчас смотрит. Люди получают удовольствие. Я благодарна. Я хочу спросить тоже, как, да. как все побыстрее, чтобы не задерживать никого. Угу. Может быть, вы видите, в чем мое предназначение? В чем ваше предназначение? Вы все равно организатор бизнес-процессов в любом случае. Вы все равно человек, который может создавать вокруг себя бизнесы. Ну, то есть, вот как вариант, там, швейное производство. Очень легко это. Вам нравится делать ну, что-то. Не самой руками, а организовывать процесс. Вы знаете, кого на какое место поставить. Между прочим, я могу сказать, что в мире и в России вообще мало хороших руководителей. Это Божий дар. Если ты умеешь руководить людьми, ты можешь их расставлять, ты чувствуешь, где, кому будет хорошо, кто он. Это очень важное свойство. Оно у вас есть. Этот талант надо дальше развивать. Интегрируя это в конкретную там, область жизни производства. То есть, может, магазин нам сам по себе надоест, но какое-то ценное производство, которое дает людям работу, товары людям, которые это потребляют, которые дают налоги государству, ну и так далее и тому подобное. Вам это нравится, и вы понимаете, как это сделать. У вас это будет тянуть все равно. Согласны со мной? Я вам очень благодарна. Спасибо. Все, Юля, удачи, да, счастливо. Спасибо, всего доброго.